Я, собственно, сейчас прошла по рынку и хочу все-таки, ну, вот сзади меня старый город, тоже вход в старый город сначала. А я хочу все-таки пройти вот тут вот, чтобы показать, как люди добираются к замку. Путь этот нелегок. Тут даже просто, когда поднимаешься, уже идешь так: о, мои ноги! Вот такой здесь уже подъем. И для вот таких вот бравых парней. А им вообще все ни почем. Мне кажется. Эй! Браво! А, это французы. Французы. Безумные совершенно попрыгунчики. А им вот они заберутся вообще без проблем. Тут вот видно. Я не смогла здесь подняться, потому что в какой-то момент здесь стена обрывается. Но показать я эту стену, конечно, могу, и как она обрывается, могу. Но выше я подниматься не хочу именно этим путем. Тут, ой, вот такой узкий проход. Сейчас мы по нему пройдем показательно. Люди здесь, видно, так развернуться особо не могут. Но выглядит так. Здесь, кстати, прохладно, вот такая стена. Шла я вот оттуда. И новая порция за мной. Здесь вода должна стекать. И дыму. Ой, я уже запнуться успела. Здесь очень крутой подъем. Очень. Я дойду до того момента, пока еще идет эта стена, а потом вернусь обратно, потому что мне тяжело тут подниматься без стены. Если бы туда и была стена, то я бы поднялась, сделала бы на собой усилие. Вот тут вот растения заползают, наползают. А, подниматься тяжело. Да, тяжело. Тут даже палочка. Ну, палочка сделана, а почему она потом обрывается, то и тайна. Я тут иду под 45 градусов. Наверное, видно, что... Вот так видно, что как дорога, как туннель здесь. Идет зеленый там лес. Вверх. И люди останавливаются передохнуть. Потому что это реально тяжело. Зелень. Ейлин, зейлин. Мох, тут все мхом поросло, то здесь всегда влажность, смородина, рыбеш. Кто-то вон велики оставил, потому что на великах тут тоже въехать нереально. Идем до этого момента, пока еще идет стена. А вот стены нет, я отсюда ухожу. Тут она еще круче становится просто. На самом деле она становится еще круче, еще опаснее. И вот такой спуск вниз, если видно. Так вот не весело. Тут вот тоже был какой-то проход. Или его делают. Скорее его делают, вот эту дорожку. Для людей вот там вот ход видно. Такой
с деревянным таким зидом. И люди, которым лень пройти вперед, они поднимаются тут. Практически отвесная дорога тут. Хоть, блин, хоть ползи на четвереньках. Вот там открывается, за решеткой открывается уже вид на город. Вот храм на главной площади. Неботычник, Ешедан. И вот там старый город за сеткой. Блин, я боюсь отсюда скатиться просто. Тетешко. Тут камера, кстати, есть. Наблюдение. Оп. Я говорю, дорога почти отвесная. Сейчас развернусь. Отсюда реально, блин, страшно упасть. Скатиться просто. Боже мой. Вот здесь вот уже сеточка заканчивается. И, по-моему, там вообще все заканчивается уже. Сейчас мы посмотрим. Да, сеточка там заканчивается, а дальше падайте на здоровье от этого. Вот. Ну, зато видно здесь уже не видно, что здесь без деревьев старый град. Там уже, о, там прикольно, если можно было зум сделать. Там видно, что люди, вот как высоко я уже, блин, поднялась, я даже не знала. Как страшно. И вот люди тут упорно ползут. То и каунаки. Альпинизм. Альпинизм. Jullie willen eigenlijk tegen je nek niet breken, je struikelt dan... Ja. Snel beneden. Ja. Dit Немцы, ноги немцев. Ну вот они вот туда вот поднимаются. А я что-то выше не желим. Небутычник. Я-то видим. Оп. Блин, я не знаю, мне вот вверх подниматься. Тут очень отвесная дорога. Я хочу просто, хотела просто показать, как здесь. А дальше я хочу пройти нормальной дорогой, которая более пологая, что ли, с того края улицы, куда я раньше и поднималась, там, где замок. Туда я не очень хочу идти. Во-первых, это очень высоко. Во-вторых, тут прям атас. По людям видно, что здесь очень тяжело подниматься. А спускаться еще тяжелее. Поэтому я пойду вниз и хочу нормальным путем подняться, не этим. А тот где другой край этой улицы. Но я зато сниму, как люди отсюда спускаются. Подниматься тяжело, и спускаться тоже тяжело. Вот такая дорога. Вот такая дорога. Я там вижу гора. Гора вас ждет. Увек. Что
это? Ты смешно? Не, камера и овды. Супер! Какие здесь приветливые туристы целуются. Поздравляют, привет и передают. Все позитивно, но Любляна так настраивает. Вот такой лад. Я даже уже не смотрю, потому что меня под ногами здесь крутой спуск вот так выйдет. И я хочу все-таки дойти с ногами и с руками с этого спуска. Поэтому я иду так. Меня все шатается. Это один способ. Вот я показываю, как подняться вот сюда одним способом. Куда идут бедные, смелые, в хорошей обуви люди, которые ничего не боятся. Есть там фуникулёр. Я сейчас к нему туда иду. Он здесь тоже есть. Фуникулёр. Для тех, кому нужно быстро, легко, брзо и едноставно. Легко, быстро и просто подняться сюда. Блин. Лаку, брызу и едноставно. Это тут не лаку, не брызу. И вообще не едноставно. Я боюсь, что на какую-нибудь фигу наступить. И упасть. Идем. Ой, даже с собачкой. Даже с собачкой. Все, я вернулась. Быстро все. Чик! Это как в той рекламе. Анекдот о Панадоле, что голову как рукой сняла. Спасибо, голову как рукой сняла. И здесь тоже. Оп! Быстро скатился, и все проблемы решены. С этой горы. Замковой. Но здесь все равно красивый вид открывается, поэтому можно на него посмотреть за моей спиной. Так что все в порядке. Так. Сегодня у меня будет день улыбок.